Как себя чувствуешь? Я чувствую. Ты рука, не телефон, не вышел. Алло. Ты рука, не телефон. Да. Алло. Документы, будьте добры. Ручки, ручки. Документы, где у вас на машине? Держи. Алло. Алло, Руслан, подойди, пожалуйста. Алло. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Ну да. Ну да. Води, пожалуйста. Ну да, води. Ну да. Ну да, води, подъедь. То есть я, ну, отцу позвоню, отцу. Он, ну, он дежурство. Он дежурство. Позвоню, он подъедет. Давай. Давай. Это он дежурство. Давай, давай. Он дежурство. Давай. Давай. Может, он маленький? Да. Ну, подъедь, подъедь. Он одет, он дежурствует, пап. Давай. Он дежурствует. Будьте сидящие. На машину посадите. Давай. Нет, подъедь, 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 короче, на пятку. Он дежурствует. Взя, дайте ему пару вопросов. Молодой человек, сидит, сидит, сидит. Молодой человек. Да. Что произошло? Так мы доехали до него. До куда? Мы доехали до него. А откуда куда ехали-то? Мы ехали, короче, вот ну, оттуда с дороги. Ага. Как так у вас получилось? Мы ехали ну, до вот за машиной. Что дальше было? Вот мы, мы доехали. Вот как бы машина ехала. Угу. Волга. Вот мы ехали до, ну, до машины. За машиной. Все. Все, машина ехала до, ну, до машины. И все, мы доехали. Все. А в бордюр как врезались? Как бы машина ехала вот оттуда. Вот оттуда туда. И все, мы доехали до него, и все. В бордюр-то как врезались? Мы как бы ехали вот оттуда. Да правда. А что в каком состоянии неадекватно? Да поехали до отца, сейчас узнаем ночью, кто. Нет, мы на экспертизу, поедете. Да. То есть вы согласны проверить? Да. Не курить в машине. Может, дойдем до нас? Свое состояние можно описать? Да. В каком состоянии? Нормально. Употребляли что-нибудь? Нет. Не наркотически? Нет, нет. Поехали до отца. А почему у вас вы в машине спали? Я не спал. Я ехал, там машина просто ехала оттуда. Вот оттуда ехал машина. Мы ехали, начали ее, короче, ну, объезжать. И все, ну, объехали. Потом машина ехала, всю встречу. А друг ваш? Он спит. Пьяный. Пьяный он? Да. А вы? Я нет. Ничего не потерпел? Если, короче, ты сейчас меня будет снимать, ага. Вас как зовут? Если, короче, будет тебя, ну, употреблять меня, если, короче, ну, он увидит, то есть, короче, ну, просто, короче, ну, будете, ну, то, что снимаете, и, ну, как бы не имеете права за это все, короче, будет, ну, просто будет. Ну, снимай, снимайте. Не курит машину. Пойдем сегодня на улицу. Сейчас, подожди, составим бумаги, поедем на экскурсию. Хотите на экскурсию? Да.